привет. Вышли вот мы погулять, значит, с моделью одной из моих любимых. Ее зовут Калерия. Скажи что-нибудь. Всем привет, я Калерия. Да, вот, я, кстати, сейчас включил ночной режим на восьмом пакете третьем, заодно и посмотрим, как он себя ведет. Я уже вижу, что фокус ебется немножко, на самом деле, в темноте, то есть он лицо мое плохо схватывает и периодически сцену перепроверяет, что не очень хорошо. Но здесь прям реально темно, тут охуительно темно, на самом деле, ну вот если вот я глазами смотрю, тут реально темно, но в камере выглядит неплохо, то есть что? Если там еще бьюти-фильтры включить встроенные, то... то тогда я вообще буду как бы секси выглядеть максимально. Ну, Калерии, в принципе, не надо, и так норм. Сегодня, в общем, поснимаем ночное что-то, потому что, ну, в Питере белые ночи, с этим тяжеловато, с ночью здесь в это время года, пару часов темно, и то, кстати, на самом деле, ну, как бы небо такое относительно светлое, как будто поздние сумерки скорее. Ты любишь, скажи, как гулять по ночам вообще шароебиться вот в белые ночи? Да, я обожаю. У меня это лето вообще выдалось замечательным. Еще всего-то ничего лето прошло, но я уже успела и покататься, и погулять, и рассветы встретить. Покататься на чем? Смотреть на велике. У меня появился шоссейник, кстати. Поздравьте меня. Что за шоссейник? Бирбайк. Бирбайк — это хуевая китайщина из говна и палок. Извини, пожалуйста, я расстрою тебя, но... Слушай, ну мне нравится, он прикольный. Ладно, я выебываюсь. Едет и везет тоже как надо. Вот. Я несколько рассветов встретила на этом велике на Троицком мосту. Смотрела, только поднимается солнце, на волны, на чаек. Преисполнялась вообще, как идущий к реке. Мощнейший, узривший вечное. Бесконечное. Да. Слушай, ну я надеюсь, что мы успеем, кстати, да, ну точнее подгадаем, Троицкий мост, когда будет разводиться, хочу напротив него что-то снять, ну на прикрытой дырке, понятное дело, чтобы он в бакешке не утонул, а сейчас всякие китайские объективы, всякую хуйню на Соньке, короче, потестирую, заодно попутно, раз уж мы вышли в ночь, потому что там дырка у всех у них большая, 1.4, 1.8 и так далее, вот, и возможно мы застанем еще развод... Как он, Дворцовый уже мост, если да? Да, если повезет. Может быть, его сфоткаем. Ну, не сфоткаем, да и похуй. А сейчас пойдем, наверное... Ну, в общем, поиграем сначала с китайщиной, а потом со вспышкой я поснимаю. Ну, в общем, по пути все это я вам уже расскажу. Шароебимся тут по центрам. Как видите, вот модель стоит загадочно у столба. Над ней, вот там я вот вверх поднимаю камеру, стоит Исаакиевский собор. Я почему-то все время с двумя «С» хочу сказать, хотя он с двумя «А». Исаакий, а не Исаакий. В общем, смотрите, какое небо прикольное. В той стороне как будто прям реально, ну, еще денек такой на закате. То есть оно толком сейчас солнце не закатывается. А вот здесь уже темно в этой стороне. Вот они, блядь, дебильные белые ночи. Два дня назад, кстати, было солнцестояние, но мы его проебали. То есть благополучно. На самом деле, в идеале было бы там снимать, когда самая короткая ночь. Костры жечь. Вылезли на набережную. Вот Нева ночная. Кораблики гоняют с туристами несчастными. Тут причальщики. Сейчас попробуем что-нибудь снять здесь. Наверное, со вспышкой какую-нибудь странную хуйню загадочную. Короче, идем мимо Эрмитажа. На Дворцовой площади тут какую-то хуйню понастроили. Но я так понимаю, сейчас алые паруса будут в пятницу. К ним готовятся. Я так что там... сдержалась, чтобы пошутить про алые ануса. Алые что? Алые ануса. Да, алые ануса. Ну, давай расскажем нашим зрителям, ну, не так, без особых углублений. Чем ты занимаешься, короче? Я артист по жизни. Артист по жизни. Артист в области чего? Ну, я музыкант, я вообще с детства музыкой занимаюсь и пою, но сейчас я специализируюсь на диджеинге. Я, кстати, очень успешно стала совмещать... играние электронной музыки и вокал живой, то есть я свои таланты сочетаю. И я танцор-перформер, выступаю с огнем и со светом. Я, кстати, все никак не могу попасть на твое выступление, хоть одно. Я все порываюсь, но у меня вечно какие-то дела ебучие начинаются там в этот момент. Вот ровно, блядь, как только соберусь, и такой хуяк, и что-то надо делать срочно. Ничего страшного, ты обязательно попадешь на мое выступление как-нибудь еще. Я тут до конца лета, еще кусочек осени, так что... Да. Мне любопытно как раз. Ну и, кстати, с огнем надо что-то поснимать будет. Может быть, выехать на природу там. Кисонька.
кисонька. Я с удовольствием поснимаю с огнем, потанцую, да. Да. Ну да, надо огня причем побольше. Я думаю, что у кострища какого-нибудь будет вообще норм. Типа, особенно, ну, можно нюдисы какие-нибудь прикольные поснимать, опять же, да, там, я типа... обожаю природу, я только за, чтобы выехать на природу. Я же палаточник. Мне только дай куда-нибудь с палаткой в лес, у костра, я все, меня тут нет. У меня сейчас палатки нет, кстати. Я вот сейчас смотрю, пацаны, вот в комментариях посоветуйте, какую палатку взять. Я на Nature Hike смотрю одноместные, но я думаю, может, на всякий случай двухместную взять, вдруг у меня самка появится, человека. Я купила себе дворец, пятиместный Талберг. У нее защита такая от влаги, еще такой бортик есть, знаешь, офигенная, очень крутая. Я ее по скидону на Озоне за 8 кусков взяла и просто не нарадуюсь вообще. Ты понимаешь, что мне надо, чтобы она у меня помещалась вот сюда и не больше килограмма весила желательно? Ну, тогда это не твой вариант, но это реально дворец. В ней можно в полный рост встать. Ну, я почти могу в полный рост встать. Можно мне устроить дискотеку? Да, такую аквадискотеку небольшую, может. А оргию можно устроить? Оргию можно и в одноместную устроить, как бы. В одноместной будет неудобно, вы просто, скорее всего, ее скомкаете и разъебете. В этой можно все, можно все. Ладно, она разрешает, короче, в ее палатке устраивать оргии. Вот сейчас смотрим, мы с дворца вышли на Миллионную улицу, и вон там, похоже, что, судя по прожекторам мельтешащим, будет сейчас репетиция алых этих анусов. Короче, поснимали тут немножко со вспышкой. Из того, что увидела там на превьюшках, ну, обычно я не смотрю, но там просто надо было реально посмотреть. Понравились ли тебе кадры хоть один? Да. Несколько кадров даже были хороши, особенно в движении, вот со смазами. Очень романтично. Надо будет посмотреть потом на большом мониторе, потому что тут не совсем понятно еще, как фокус себя вел, потому что он, походу, немножко, ну... прыгал мимо. Что-то, мне кажется, он там на задний план периодически соскакивал, потому что она двигалась. Довольно темно, плюс длинная выдержка. Ну, короче, посмотрим. Ну, вспышка должна была прикольно замораживать. Ну вот, буквально с последнего нашего тут включения менее чем полчаса прошло, и уже полноценный такой нормальный рассветик. Еще там сколько? Часа два ночи, наверное, максимум. Вон там вдалеке Петропавловка, тут вот Аврора. Освещение, как видите, уже ночное выключили, ну только дома подсвечены, а фонари выключили, потому что уже все, типа день нахуй электричество нажигать. Вот, собственно, Литейный мост, на котором однажды хуй был нарисован. Но сегодня у нас вместо хуя вот нечто более прекрасное, не такое фаллическое. Да, делает вот так вот красиво лапками. Вот, на фишай тут поснимал, посмотрим, что получилось. Не знаю, что, наверное, хуйня, скорее всего. Как тебе вообще гуляется? Ты не умираешь, я надеюсь? Ну, немножечко подзасыпаю, так, но мне очень нравится красота вокруг. Этот рассвет такой розовый. Сейчас, короче, тут будем на набережной еще шариться, посмотрим. Но там, скорее всего, многие фотографии, которые там будут, они в Ютубе не окажутся, ребята. Подписывайтесь на Телеграм. Нет, подписка бесплатная, просто на Телеграмчик не забудьте подписаться, там будет все в полном объеме. Улицы пустые, никого нет, тихо, хорошо, красиво. Изредка какие-то тачки ездят, можно, вот, в принципе, везде на красный свет ходить. Просто, ну вот, абсолютнейшая пустота и красота. На той стороне, вон, Невы, там кресты, которые нынче уже прикрыты, конечно, там, насколько я понимаю, теперь музей. Уж не знаю, насколько способен передать... Osmo Pocket 3, но все-таки, наверное, может что-то сделать по красоте. Очень приятный рассвет с розовенькими облачками перистыми. За водоканалом тут нашли такое приятное место. Тут он даже туманчик какой-то стелится. Сейчас где-то 3 с чем-то ночи. Уже 4. Ну, я думал, что 3 с копейками. Особо непонятно просто, какое сейчас время. И этим и прикольно. Сейчас... гуляли в белые ночи, подзаебались, хочется спать, хочется срать и все остальные вот эти физиологические действия произвести. Ну, сейчас будем уже, да, короче, прощаться с вами. Все, ребята,
Короче, я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших снимков. До новых встреч. Всем пока. Спасибо.